всем привет! Это мой Карлос. Привет, девчонки! Привет, девчонки! В общем, сегодня мне муж подарил такие вот сережки в стиле мадам Тюлюлю. Так да, что поедем мы... Мадам Брошкин. Кома? Мадам Брошкин. Директор бара. В Италии вообще никто не парится, как одеваться вечером. Нет такого, как у нас, там, начесал волосы, одел каблук. Очень редко встречается. В основном молодежь вся в кроссовках и скедах. Когда вы сидите с мужчиной, к вам приходят такие вот молодые люди, которые продают розочки и просят вас, чтобы вы купили своим женщинам. Ну, конечно, конкретный развод, потому что долго они не держатся. Биг босс. Долго эти розочки не держатся. Ганзо, браво! Розочки эти долго не держатся, потому что они их хранят в холодильнике каждый вечер. Ой, сейчас, наверное, мне подарят розу. Смотрите. Все, короче, Иванова forever. И кто скажет, что нет? Раз. Yes, sir, okay. Два. Грация. В общем, короче, подарили мне три розочки. Так что, девочки, главное, чтоб язык вас завез до Киева, как говорится, да? Все дороги ведут в Рим. Главное улыбаться, со всеми болтать. И вот результат. Поговорили и вам подарили. Мы вообще с Русиком часто выходим и устраиваем себе праздники. Да, Русик? Устраиваем себе праздники, поэтому часто тусуемся. В зависимости от того, какой возраст написан у нас в паспорте. Да, Карл? Дома Джованин? Да. Ты квантианин? Ио, 33. И Ио, чело 20. Вот еще один из наших любимых баров. Салют, YouTube. Чао. В общем, уже много лет мы с нашим директором друзья. Самый лучший бар, самые лучшие цены, поэтому переспросила. Чао! Особенность этого бара в том, как они хранят вино. Вот смотрите, вот это вот вино, которое помещено вот в такие вот баки. Если вы видите, вот здесь есть такие вот трубки, да? То есть вино само находится в самих баках, как его называют, в самих бутылках, да? Вот отсюда начинается проход этого вина, и вот здесь вот уже из крана течет то вино, которое вы себе заказали. Так что все по последним новинкам.